Приветствую всех, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня будет обзор моего заказа из каталога номер 7 компании Oriflame. И общая сумма заказа составила 353 балла. Оу, это не маленький заказ. И очень приятно, что в этом заказе я получила долгожданные чашечки. Это наборчик. Я буду собирать всю коллекцию, потому что это будет очень красиво. Набор чашечек, молочник, сахарница и заварочный чайник. 4 каталога идет акции. Вот сейчас у нас как раз акция с чашечками. Сейчас я вам их покажу, какие они красивые. Чудо-чашечки. Потрясающие. Такой орнамент на белом фоне и обрамлено золотистыми такими линиями красивыми. Чашечка-милашечка. Их 2 в наборе. One. И 2 блюдечка, естественно. Чашечки у нас идут с блюдечками. То есть шикарной красоты блюдца. И вот так это будет выглядеть. Представляете, как будет красиво, когда к нам или к вам придут гости, и вы будете их угощать чаем вот из такого шикарного сервиза. Мне очень нравится. И я соберу весь сервиз. Так, это мы пока уберем в сторону. Еще такой приятный момент. Набор пришел не сразу. Из-за ожидания компания положила мне в подарок такую тушь серии The One с охлаждающим эффектом. Как раз то, что нужно на жаркое лето. Спасибо за подарочек. И у меня сегодня 4 коробки. Сейчас будем их по очереди все разбирать. Первая коробка посвящена, пустая коробка, целиком набору Novage. Это мой любимый набор, его заказала клиентка. В последнее время меня часто спрашивают, как мне удается так хорошо выглядеть, но мой секрет очень прост. Я всегда беру Novage полный комплекс, я его не буду открывать, распаковывать. Весь комплекс включает в себя 6 предметов, 6 продуктов. Это очищающий гель, гель-тоник, крем для кожи вокруг глаз, сыворотка и 2 крема, дневной и ночной. Потрясающая коллекция. Я рекомендую всем, кто хочет выглядеть моложе своих лет. Я всегда хвастаюсь. Мне, кстати, 17 мая будет уже 44 года. И я единственное, чем я пользуюсь, это продуктами серии Oriflame. Никогда не была у косметологов и не собираюсь к ним. Я их боюсь. Еще наделают чего-нибудь. Можно пользоваться натуральными продуктами, при этом хорошо всегда выглядеть. Как я говорила, набор под заказ, и эта же девушка заказала новый набор, такой аппарат Skin Pro Sonic 3 в 1 System. Это улучшенная версия, которая включает в себя дополнительные насадки, очищающие, и специальная насадка для нанесения крема. Я себе обязательно такой набор возьму в следующем заказе, в этот уже просто не поместилось. Так, вот коробочки мы будем так в сторону чуть-чуть отставлять. Такое сегодня одуванчиковое настроение весеннее. Тоже не буду открывать набор, потом получу свой и покажу целиком, как это все выглядит. Итак, в заказе у меня 2 средства. Это CC-крем для волос, многофункциональный. Если вы помните, это такой же CC-крем у нас уже был, только в другом дизайне. Немножечко серия Hair обновилась. Это профессиональная серия по уходу за волосами. Мы его берем всегда. Если вы не пробовали, я очень рекомендую, потому что именно CC-крем имеет сразу много-много таких функций воздействий на волос, который улучшает цвет волос, блеск придает. Волосы становятся более послушными, снимается статика. Они такие гладкие, красивые, напитанные становятся. Ну и пользоваться им очень просто. То есть здесь есть распылитель, его даже не надо взбалтывать, потому что это крем. Но при этом же, я сейчас не буду распылять, вы просто распыляете на ладошку и крем вот так растираете в ручках и потом аккуратненько распределяете по волосам. Сегодня я с такой прической продемонстрировать не смогу, к сожалению. Но я думаю, что с этим справится любая девушка. Далее, это для себя. Набор Novage я брала не так давно, но экологен крем именно для глаз я всегда держу в запасе. Вдруг он кончится, я без него жить уже не могу.
Так, в этой коробочке у нас новые каталоги. О боже, какой он красавчик, посмотрите. Ой, и обложка, и сзади у нас новый дизайн, гель для душа, такой красивый. Ну, уже не терпится посмотреть, конечно, новый каталог, но я буду продолжать обзор, а потом уже сама его посмотрю. Так, и здесь еще одна тушь, тоже серии The One. Так, две коробочки посмотрели, что в третьей? Я все жду, не дождусь, когда мы с вами доберемся до моей бижутерии. Ага, наверное, мы уже это с вами сделали. Меня многие спрашивают, заказала ли я себе шляпу. Нет, не заказала, я пока в раздумьях. На самом деле, мне ее пока просто негде хранить даже. И я не уверена, что буду ее часто носить. Вот. Так. И у меня есть очень красивая соломенная шляпка Oriflame, которую я покупала в прошлом году. И мне она очень-очень нравится. Так, первый мой комплект, на который я сразу положила глаз. Это такие вот красивые маки. Сейчас мы его сразу принарядим. Как видите, очень красиво смотрится на белом. Просто шикарный такой кулон на длинной золотистой цепочке. А внутри у цветка есть такие тычинки с жемчужинками в количестве 3 штук. Так, теперь нам нужно найти серьги. Такой красивый-красивый набор. Очень летний, создает великолепное настроение. Все так здорово упаковано в мешочках, в бумажечках. Все. Ох, 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 какая красота. И точно такой же цветочек в ушке. Ну, я прям сразу и наряжу всю эту красоту себе в ушке, чтобы сразу вам показать, как это выглядит. Мимо проходят люди в окно, вижу, и смотрят, как я наряжаю серьги. Всем интересно. У нас тут как это... магазин в окне. Ох. Очень длинные ногти. Ну, я справлюсь, так. Вы меня видите, я себя пока нет, но я надеюсь, что это прикольно смотрится. Ну, по крайней мере, ощущение очень приятное. Оно так щекочет за ушком, легенькие сережки невесомые. И вот такая красивая подвеска цветов. Пусть она будет с нами. То есть это то, что я особенно ждала. И второй набор. Как вы уже, может быть, догадались, тоже я взяла в летней тематике красивый набор в стиле таких крылышек, каких-то невиданных стрекоз. Это ожерелье. Это очень нежно, романтично, так необычно. Ожерелье просто уникальное. Оно такое основательное, все это металлическое. Основа, залитая эмалью, красиво, ажурное крылышко. То есть ожерелье у нас будет вот такое вот. Я его не буду одевать, вы посмотрите просто на мне. И сережки. А сережки очень нежные, такие трепетные-трепетные, тоненькие крылышки. То есть это уже к этому изделию должно быть очень нежный подход, нежный уход. Вот видите, крылышки, они такие прям невесомые, каждая в отдельном пакетике, здорово. Все очень классно упаковано, я одно достану, чтобы показать. То есть такое нежное-нежное, прозрачное, два крылышки, то есть такая вот как бы сеточка. И у нас есть дополнительно гвоздик с дополнительной подвеской. То есть смотрите, на цепочках висят такие два металлических такие сферы. Так. И получается, что мы можем носить просто гвоздик такой с цепочками, а можем дополнить его крылышком. Только аккуратненько, чтобы не соскочила цепочка. Вы просто легким движением руки, как я сейчас это делаю, подвешиваете крылышко, вставляете в ушко и застегиваете гвоздик. Получается вот такая вот красота. То есть на ушке это будет смотреться вот так вот, подальше от этой сережки. То есть такая нежнятинка, такая прелесть. Эти цепочки, они как бы добавляют шарма, они просвечивают с одной стороны крылышков. Но это просто чудо, конечно. Я даже не знаю, какие мне больше нравятся, какой набор.
не смогла выбрать, поэтому взяла оба. Решила себя тоже побаловать ко дню рождения. Так, ну это все, что касается у нас бижутерии. Так, разложу вам. Это пока уберем. Далее я взяла два набора по акции с последней странички каталога. Если помните, здесь у нас в состав входит гель для душа, гель алоэ для умывания, шариковый дезодорант и моя любимая зубная паста травяная. Ее так давно не было в каталоге, я обрадовалась, увидев ее, и взяла сразу два набора, буквально вот прям... Ну, мне все здесь нужно, вот паста, наверное, в другой коробочке, все мне нужно, всем мы пользуемся. Особенно вот мне нравятся гели, дочке гель для умывания всегда пригодится. Так, это тоже под заказ. И опять же, это все вот этой девушке очаровательной, которая себя очень любит. Два медовых крема. Да? Ну, я их не называю, потому что, мне кажется, их все уже знают наизусть. Шикарный крем. Большая такая банка, 250 мл. Вот он великолепно пахнет. Всем рекомендую. И я взяла по акции «Вау весна». У нас в этом каталоге еще продолжается акция. Несколько продуктов с огромными скидками. Я взяла пену для ванной. Тоже мне интересно этот аромат, потому что парфюм заказывают очень активно. Такая нежность. Да, я очень люблю принимать и ванну, и просто можно пену использовать как гель для душа, поэтому взяла с удовольствием за такую хорошую цену. Так, и у нас завершающая коробочка. Сейчас вот сверху лежат две зубные пасты. То есть вот мы собрали с вами два набора целиком. Посмотрите, какой чудесный набор, и всего за 399 рублей. А если у вас есть еще скидка 20%, как у консультанта, то, соответственно, цена еще более приятная. Отнимаете 20% и узнаете, сколько это. Так, здесь у нас два пляжных коврика. С вашего позволения я один распакую. Вернее, с позволения клиентки, потому что это тоже под заказ. Я не буду его совсем разворачивать, я вам покажу, как он шикарно запакован. То есть вы можете на пляж ходить так, как сумочка, можно чуть-чуть сблизить. Так будет, как сумочка. Также он очень легкий, пляжный коврик, его можно в любую сумочку бросить. И великолепная ткань. В прошлом году у нас уже был подобного рода коврик, немножечко другая расцветка, тоже такая яркая, сочная. И им можно пользоваться как и полотенцем. Он действительно великолепно впитывает. По ростовке он, ну, подойдет на любой рост, потому что главное, чтобы голова поместилась, да, и попа. Ноги могут быть на песке. Но у него хороший размер, достаточно, может поместиться любой при желании. Но только один человек, коврик узкий. Тоже это у нас уходит в эти же руки. И далее хочу вам похвастаться, что я назапаздывала. Это сухие шампуни для волос. Знаете, пробовали вы или нет, я не знаю, но я когда первый раз попробовала, я поняла, что эта вещь, она как такой маленький лайфхак для того, чтобы быстро привести себя в порядок. Если вот прям надо такую магию совершить, то есть срочно, быстро куда-то нужно бежать, а времени нет собраться, вы берете сухой шампунь, хорошо его встряхиваете, распределяете на волосы, встряхиваете волосы, расчесываете их расческой, даете ему впитаться и вперед. То есть волосы выглядят так, как будто вы их только помыли, и при этом очень вкусно пахнет. Вышли новые два, я взяла оба, потому что мы активно пользуемся, как его. О, все. Очень нежный аромат, раз. Этот я пока отставлю, потому что это под заказ. И второй тоже сейчас заценим. О! Ой, а это еще вкуснее. То есть для тонких волос аромат более такой приятный. Ну, они оба классные. Это для жирных волос, это для тонких, которые придают сразу объем. Я беру то один, то другой, чтобы было разнообразие. И нам нравится вместе с дочкой. Вот один ей дам, который выберет, второй мне. Далее, под заказ у меня есть туалетная вода мужская Happy Dizziac. Потрясающий, вкусный аромат. Я даже не знаю, с чем его сравнить, но просто хочется съесть просто объект, который им пользуется. Очень крутой аромат. Тоже
одна клиентка постоянно его заказывает. Здесь пакетик. И еще... Вау, я же заказала себе подарок. Это новый парфюм Эльвия. На него нет пробника. Но я решила рискнуть и заказать себе без тестера, просто продегустировав через ароматизированную страничку. Сейчас будем с вами вместе пробовать этот аромат. Взяла один себе, один так кому-то еще. Ох, как это красиво! Все-таки вот Эльвия, необыкновенный дизайн парфюма. Посмотрите, как это красиво выглядит так. Как будто два камешка и третий сверху, прозрачное такое невероятное водяное состояние. Так, ну что, пробуем. Про парфюм скажу в двух словах. Нужно, если вы его хотите распределить везде, то есть не тереть, а только прикосновениями вы можете его вот так вот куда-то носить. Да, мне нравится. Я знала, что мне понравится. Потому что у него очень классный такой состав, богатый. Меня зацепили, конечно, фруктовые ноты, но самый, наверное, яркий здесь акцент — это одуванчик. Все-таки, да, вот у нас такая одуванчиковая тема. Но меня зацепили фруктовые нотки, потому что здесь есть и груша, и малина, и ананас. И все это раскрывается в разное время, то есть аромат такой длительного действия. Он будет разнообразный. Да, мне нравится на лето то, что нужно, прям такая и свежесть, и в то же время, как я люблю, фруктовость. И очень красиво. Так, и второй. Знаешь, я один только заказала, хотя планировала два. То есть заказала два аромата из Вау весны, это Эклалай, потому что они просто потрясающие, пользуются тоже огромной популярностью. Один под заказ, а один пока полежит. И также я заказала две новинки. То есть одна новинка, два продукта. Это мицеллярная вода. Одну я подарю вот этой девушке, которая сделала такой хороший большой заказ. А одну я возьму себе, потому что я взяла еще в предыдущем каталоге по премьер-клубу, попробовала. Мне очень понравилась мицеллярочка, очень легенькая, прекрасно удаляет все загрязнения, даже снимает макияж. И я ей пользуюсь. Обычно я люблю в дорогу брать мицеллярку, потому что, чтобы не тащить с собой много-много флакончиков, можно заменить сразу и очищение мицеллярной водой, и средства для снятия макияжа с глаз. Я уже дочке тоже отдала, и хочу, чтобы у нас был у каждого свой флакончик. Не люблю, когда это все девушка. Так, взяла в дорогу наборчик такой медовый, шампунь и кондиционер. Потому что планируем летом путешествовать. И мне вполне хватает такого небольшого объема на одну поездку. То есть этого вполне достаточно. Самое главное для меня всегда в путешествиях я выбираю, чтобы это было легко, компактно и удобно. Как можно меньше с собой тащить. Потому что хочется в путешествии быть все-таки налегке или привезти с собой что-то из поездки. И, конечно же, я взяла себе астаксантин. Сейчас у нас... Почему-то на складе нет wellness pack женский, но я не отчаиваюсь. Я взяла астаксантин, потому что для меня это самый главный компонент в wellness pack, потому что это средство, оно и вообще влияет на все, и на кожу, на иммунитет, на нашу красоту, вообще на весь организм в целом, потому что астаксантин, он нейтрализует свободные радикалы, то есть очищает наши клеточки, и я его всегда называю, это наш красавчик изнутри. То есть, да, всегда привыкли, что красоту мы делаем снаружи, это кремики, масочки, косметика декоративная, но все-таки самое главное, когда красотой занимается кто-то изнутри, потому что если клеточки наши здоровые, красивые, сильные такие, то, конечно же, кожа, она будет тоже сильной. Я рекомендую вам астаксантин. Все, по-моему, все. Тоже здесь каталоги, журналы в огромном количестве. Я их всегда раздаю своим клиентам. Вышел новый журнальчик, я смотрю, у нас. Настоящее лето. Обязательно почитаю. Я люблю, ух ты, он шикарно красивый такой. Люблю полезную информацию из первоисточника, потому что здесь печатают только то, что действительно в тренде, то, что актуально, и то, что вы можете применить прямо здесь, сейчас.
Вот такой вот классный заказ. Все 4 коробки мы с вами опустошили. Я очень довольна. Надеюсь, вам мой обзор понравился. Пишите, что вы себе заказали, что вам понравилось. Если есть какие-то вопросы, задавайте смело. Я очень люблю общаться с своими зрителями. И до новых встреч в следующих видео. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока!